Мы заехали сегодня в магазин Ranch. Это все для дома. И сейчас пойдем посмотрим жалюзи Вадиму. Ну, не только Вадиму, в детские комнаты. Так что берем вас с собой. Пойдем посмотрим. Немножечко. Так, мы помыли руки у входа дезинфектором и заходим. Так, первые ряды у нас идут декорации. Хоум-декор называемый. На любой вкус. Вот. Выбор большой. Так сказать, удовлетворит любой вкус. Вот. Что тут? Часы большие, красивые, есть на стену. Вот. Цены здесь такие, довольно хорошие цены. Не сильно кусаются. Вот она. Вот я тут. Я декор немножечко снимаю. Тут я. Я сейчас быстро. Вот такой вот декор. Жирафики какие симпатичные. Слоники. Тяжеленький слоник. Шла. Смотри, какой красивый серебряный слоник. 13. Это парочка. Бронзовая пара. 14. Травка. Слоники еще такие. 10. Ой, какой хорошенький. Этот легкий. Легкая фигурка. А это искусственная свеча. Как будто бы настоящая горит. Какая прелесть. 15. Не, зайка, ее нельзя брать. А это мозаичный подсвечник под свечу. 2 фунта всего лишь стоит. Видишь, какая красота, Артурик. Только не разбей, зайка. Надо взять мне себе такую красоту, красотищу. Свечечку поставлю, и будет гореть красиво у меня свеча. Давай возьмем, держи. Покажи папе, какую мы штучку красивую взяли. Для свечи. Такие вазы интересные. Это для свечи, да, мозаичные. Вот часики. Ну, эти небольшие часики. 10. Вот это часики, да. 27,90. Шкатулочка. Ага, для украшений. Jewelry box, да. Это украшения, склад. Бижутерию, там, золото. Серебро. Что у кого есть? Мягко, да. Лав, любовь. Где он за этой? Зайца на качельках. Это такие пасхальные. А вот цветы искусственные. Смотрите. Выбор хороший. Смотрите, вот эти. Лама. Лама это копилка, money bank. Где тут есть? Да, копилочка, вот она. 4 фунта. Еще за такую ламочку. Вот собачки. Французский бульдожка. 11. А тут есть крузочка. Мам, пойдем за... Сейчас пойдем за твоей игрушкой. Такие маленькие разные. Такие милые прелести. Я думаю, девочкам будет интересно посмотреть. Нам, девчонкам, всегда такие вещи нравятся. Зайчишки. Тоже подсвечники красные для свечи. Совушка, сова. 4 фунта деревянная, тоже красиво. Ну вот, вот такой вот магазин. Ладно, идем дальше. Картина. Что вам? Сумочка такая. Это картины. Давай. Вот такую штучку я себе беру для свечи. Потом покажу, как это выглядит красиво, когда стемнеет и будет здесь стоять свечечка. Привет. Все. Ладно, идем мы дальше. Блестит. Картина прикольная, смотри. Где? Пирс. А, пирс, да, кстати, красиво. И свечи прям светится, да. Ой, как красиво. Слушай, надо нам такую взять вместо того. Смотри, старого светится. Корабля.
Как будто настоящие свечи. Так вот подальше попробую 30. Видно на камеру? На камеру? Голову. На камеру видно. Колышется. Да. Надо нам вместо старого кораблика купить. А вот такая нежная картинка. Смотри, ключи. Ключница. Это Илона. Это еще картина. Заяц. Вот Илона с Вадимом всегда. Смотри. Илона с Вадимом всегда. Илона с Вадимом, да. Классно. А вот бычок какой. Смешной. С челкой. Да. Блин, такой бычарка. Жирафики. Это Мария. Да. Home is where love is. I know my separated. Friends belong to love. А вот 26. Лондон. Да. Кстати, вот с таким домиком очень удобно на пляж пойти, да? Спрятался там и отдыхай. Всего 15 фунтов. Коврики, да. Ой, Артуси, аккуратно. Sleeping bag. Где? Украшение, наверное, вон. А вот тоже интересно, как это называется? Газибо, да, такая штучка? Газибо. Спасибо. Вот комплект красивый, да? Вообще класс. А сколько он стоит? Ого! 500. Да. Вот это 500 за все с зонтиком, со стульями? Или стулья и стол только, наверное? 500. Наверное, комплект. И вот, наверное, предлагается брать в рассрочку, да? Наверное, без зонта. Наверное, без зонта. А, нет, с зонтом все комплектом же не идет. Зонт, вот комплектом, стол, да, стулья, 4,5. И в рассрочку можно взять, да? Ну да. Вот такие вот тут. Вот для садов декор тоже. Посмотрим сейчас всякие черепахи. Это фонарики, кстати. Ага. Вот. Зайцы. 17,99. Поставил, забыл, что они у тебя есть. Так проснулся с будуна, а у него глаза слетите. Давай какой-нибудь повесим на сарай. Не будем. Вот фонарик. Почему фонарик? Ну ты там прям такой пьяница, так рассказывай. Я ж не про себя. Ай! Фонарик. Ося, держись! Не падай! Оскар. Заглядываешь на меня. Да, а что можно нам на сарай повесить? Вот, а, вот как. Жень, вот как у наших соседей лампочки. Он 50 на крючок повесил. Кстати, очень даже симпатичный. Но я тоже не хочу уже так повторяться совсем, как у них брат. Илона, не трогай. Так скажет повторюшка. Не надо, пожалуйста. Так, плейматы играть. Вот стульчики, Жень, для деток. Вот они. Артуру, Артуру взять хотела. Только то, что красного цвета. Так, здесь все для... Давай мне, давай. Жарузил он, посмотрим, потому что Вадиму очень жарко в комнате. Ну как, пап, выбрали что-нибудь? Выбрали что-нибудь? Да, он не знает еще, что брать. Говорю, вот 90 сантиметров дроп, 13 они фунтов. Они много света пропускают, они же светлые. Они не блэкаут, они все блэкаут. Блэкаут, видишь, они все будут хорошие. Оно светлое, будет, да? Светло. А из темных нет 90 дроп? Вот они все 90, и вот, а, смотрите, вот. Вот есть только синие. Все такие под 13 фунтов. Розовые для девчонок. А расцветочка. Да, расцветка, я хороший выбор. Взять, вот, джинс. Да, джинс хороший, ну, будет держать. Такой. И будет сдерживать жару. Или вот такой, Вадим. Вот. Или вот такой, да. Да. Вот эти даже серенькие мне больше нравятся. У нас есть мячик дома. Ладно, сейчас пока повыбираем, я потом еще подключусь к вам.